Осторожнее на улицах города. В Саратове появились первые жертвы сосулек. В больницу с черепно-мозговыми травмами госпитализированы пенсионерка и молодой человек. Женщина получила перелом теменной кости после того, как на нее упала глыба льда с крыши на Григорьево. Молодой человек был госпитализирован после падения сосульки на улице Большая Казачья. Полицейские устанавливают, кто был ответственным за очистку крыш в местах падения наледи.